С вами Лара Шум из Лондона. Сейчас все внимание обратили вот туда, куда показывает мой пальчик. Видите, там старые машины, там снимают кино на самом деле. Сейчас даже немножечко приближу. Вот у нас там старые машины. И мне как раз тут посчастливилось оказаться. Вон автобусик еще едет, сейчас выезжает. Тоже старый, кстати, о птичках. Самое интересное, что когда-то, когда я только переехала в Питер, я наблюдала, как снимают кино. В итоге я начала сниматься кино сама. А теперь я наблюдаю в Лондоне такую картину, как снимают кино. Ну и где теперь дальше я буду сниматься? Хочу сняться или в Лондоне, или в Америке все-таки. Вообще супер просто, так прикольно. Я была бы не я, если бы я здесь не оказалась, правильно? Энергетика, вы все равно притягиваете то, что вам нужно, хотите вы этого или нет. Теперь осталось только взять и это получить. Ну, если я уже в Лондоне, встретила съемочный процесс, то значит осталось совсем немножко. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Как хочется там оказаться. Классно же увидеть в Лондоне, как снимают кино. Раз спросить, ты уже видел? В Лондоне ты сейчас посмотришь. Еще было бы классно здесь отсняться в Лондоне в этом кино. Но пока я стою за вот этой вот лентой. Тут, кстати, охрана очень хорошо работает. Тут, кстати, еще это репетируют на музыкальных инструментах, да, вы слышите? Ладно, идем дальше.